Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр», студія Аніта Рашевська. Чи вміємо ми цінувати життя? Оцінимо в нашій сьогоднішній програмі. Можна бути пасивним і жалуватися кожен день на свою життя, а можна бути просто королевою положення. Якщо ти приносиш радість комусь, от настільки ти радуєшся сам. Треба навчитися розуміти, який щедрий дар життя. Вот это действительно подарок. Волонтерство – это лекарство от всех своих проблем. Сьогодні, друзі, ми з вами побуваємо в гостях у людей, які прагнуть радості і готові ділитися цією радістю з іншими. Вот перед вами сидят две замечательные дамы, которые, поверьте мне, телезрители, стоят вашего внимания. И дары осени, которые тоже здесь у нас на столе, выращены руками нашей сегодняшней героини. Наталья Анатольевна, Людмила Яковлевна, спасибо, что вы нас пригласили в гости. Спасибо, что мы и наши дорогие телезрители окунаются в эту осеннюю благодатную пору и любуются вот этой вот прекрасной картиной. Дары осени, правда? Правда. Они прекрасны. И такое время года сейчас благодатное наступает, когда страсти должны немножечко утихать, а творческая деятельность, наоборот, должна еще более становиться творческой. Наталья Анатольевна, будьте добры, прошло немного времени после нашей с вами последней встречи, когда мы ездили с вами в поездку, но уже готовы новые герои для встречи с нашими телезрителями. Итак, Наталья Анатольевна, за этот короткий период времени что произошло? Очень рады вам в нашем снова офисе, где вы уже были, где уже были у нас истории, были уже участники нашей организации, наши волонтеры. И это всегда радость. Встреча с вами – это всегда радость. Потому что, наверное, вот этот натюрморт, который наша героиня Людмила Яковлевна сделала своими руками, вырастила, и как символирует вот эту вот щедрость не только этой поры, щедрость жизни. Она состоит из разных окрасок, разных цветов. Жизнь может принимать не всегда яркие тона. Бывает, знаете, и печаль, и бывает определенный возраст. Кстати, не только это старость. Просто бывает, наверное, бывает периоды в жизни, которые уныние. Да? Знаете, наверное, надо научиться понимать, какой щедрый дар жизни. Вот это действительно подарок. Как бы он, знаете, не был иногда печальным, возможно, но бывают такие периоды, ведь бывает у нас и дождь, но он настолько интересен, с ним можно книжку прочитать под дождь, понимаете, и вообще побродить и попрыгать по лужам, как дети это когда-то делали. Вот чем дольше мы будем в себе проявлять вот такие вот моменты радости, наслаждения жизнью, вот, наверное, тем дольше мы будем оставаться активными, красивыми, подвижными, и у нас не будет времени для этого периода, который называется такой мрачной старость, да? Мы его будем активизировать в позитиве. Вот как это делает Людмила Яковлевна Бойко, наш замечательный и интересный волонтер, красивая женщина, красивая творческая женщина. Знаете, очень большое качество – это человек, который любит жизнь, который любит и уважает и ценит тех, кто рядом с ней. И, наверное, умеет ценить каждое мгновение этой жизни и дарить другим. Вот это очень важно. Таких людей в нашем городе, я думаю, что много. Просто не все к нам приходят, да? А в нашей организации это люди особые и люди, которые, несмотря ни на что, ни на свое самочувствие, ни на свое настроение, которое не всегда бывает ярким, сочным, оно бывает иногда и дождливым, скажем так, да, похмурым, как говорят в Украине. Вот. Но, тем не менее, они знают, что им нужно идти, нужно делать дела для тех, которые не мобильны. И вот у нас за это время мы завершили один проект, который был связан со здоровым образом жизни. Вот здесь была в рамках этого проекта скандинавская ходьба, йога. И Людмила Яковлевна расскажет все это. И мы начинаем новый проект, где будет такие учеба, тренинги для наших волонтеров, создание безопасной среды для пожилого человека, комфортной среды в условиях дома. То есть опять мы делаем акцент на немобильных. Знаете, хорошо, когда есть такие люди, которые к ним приходят,
которая действительно пытается разукрасить вместе этими яркими красками вот это вот ежедневное и не всегда привлекательные дни, да? Вот, и это замечательно. Но, кроме всего, нужно еще создать им среду, где и родственники, и даже если они без, проживают самостоятельно, чтобы им было безопасно и удобно, когда они остаются один на один. Чтобы удобно было жить в любых условиях, независимо от того, есть кто-то рядом или нет кого-то рядом. Людмила Яковлевна, будьте добры, как вы попали в эту организацию, как вы стали волонтером? Вот как становятся волонтерами? Вы такая изысканная, у вас техническое высшее образование, вы мастер четких линий. И одновременно с этим вы такой творческий человек. Да. Четкий вот НКИ закончила, и у меня именно черчение было, пятерка, а рисования нет. Мне всегда еще говорили, ты что там, лошадям не можешь хвост закрутить, чтобы, да? Но вот у меня черчение, то есть это четкость, гибкости не было, была категоричность, то есть вот прям так. А потом получается, что это не всегда правильно, нужно быть гибким, мягким. И вот получилось, что теперь нужно акцентировать свое внимание именно на том, чтобы не себе, а как бы уметь отдавать. А раз ты отдаешь, ты становишься мягче, ты сочувствуешь другим, сопереживаешь, входишь в его ситуацию. Понимаете, это совсем другое направление. И вот я с 2009 года здесь, в этой организации, я пришла, потому что здесь была и есть Алла Константиновна, мой учитель. Она моя учительница еще школьная. Я заканчивала 8 класс, мне было 15 лет, она у нас преподавала, ей было 35. Вот 20 лет разницы, и мы так по жизни идем рядышком. И, значит, я когда пришла в хор, во дворец судостроителя, и она там, и она говорит, да, я там еще на Буденного, приходи, то все. И я пришла. Пришла, я как-то думаю, да, ну как бы посмотрю, даже не знала, что это. Вот здесь села, помню. Здесь, значит, какой-то тренинг, беседа на какую тему. Потом приходит Наталья Анатольевна и говорит, о, у нас уже новые. То есть меня как бы сразу же зачислили в эту группу. Не спрашивая даже вашего согласия. Наталья Анатольевна говорит, о, у нас новенькие, Ну, думаю, ну все, значит, я уже здесь. И вот так вот пошла это знакомство с этой группой, чем они занимаются, как что. И втянулась в их работу. Ну, можно сказать, подружились мы со всеми, возраст примерно одинаковый, резких таких скачков нет. То есть ты понимаешь этих людей, понимаешь, чем они занимаются, и становишься соучастником, соработником, сотворцом. Потому что вся жизнь, собственно, состоит из творчества. Людмила Яковлевна, вот раньше вы, как говорите, мастер четких линий, и для вас раньше было так, черное и белое. Оттенков не существовало. Вы очень прямо нелинейны, категоричны, если вы категоричны, если вы видели правду, то матку в лицо только. И за правду боролась, и все. А теперь я смотрю, что ситуация может повернуться так, что для одного, как вот учат психологи, для одного это шестерка, для другого это девятка. То есть цифра вроде бы одна, но с какой-то стороны смотришь, понимаете? И вот из-за всего этого, из-за того, что, собственно, и своя личная жизнь, вот как мои родственники сейчас уже никого нет, поумирали, вот ты начинаешь как бы задумываться, что, наверное, что-то было не так. Вот стараешься пересмотреть прежде всего свое отношение к той или иной ситуации. И когда я пришла в эту организацию, я увидела, что люди занимаются не просто своими проблемами, а входят в ситуацию других. Это меня как-то еще больше вдохновило. И я вот, понимаете, что кроме моих личных проблем, есть еще проблемы у людей, которые я могу решить. Понимаете, как? И получается, что проблемы у людей, вот у меня несколько человек уже как бы ушли с этой жизни. Вот я хочу немножко коснуться их. Это были люди, ну, они интересны. Вот посиди, и мы с тобой поговорим. Это могли люди предаться воспоминаниям, там, своей юности, или там, когда была оккупация, или что. То есть люди возрастные, это все их так трогало. И вот 2 часа мы могли проговорить, и я как бы входила в эту ситуацию, и когда я ухожу, они говорят, нам настолько стало легче, понимаете? То есть помощь материальная, ты можешь это купить, там, сварить какую-то еду или что, а есть помощь вот в таком плане, просто выслушать человека. И я поняла настолько, что если ты приносишь радость кому-то, вот настолько ты радуешься сам. Вот это стало моим таким просто стимулом, что я понимаю, все говорят, ой, там проблемы, пенсия, то есть я говорю сразу, иди кого-то радуй.
чем угодно. Вот в чем человек чувствует эту потребность, вот ты эту потребность должна решить. То ли хлебом, то ли разговором, то ли, там, допустим, каким-то подарком. Сейчас можно купить вот такую раскрасочку, подарить человеку с карандашами, и он будет каждый день видеть и каждый день раскрашивать, и он будет рад несказанному этому подарку. Понимаете, то есть не надо тебе миллионы, бриллианты, и ты просто этого человека, ну, порадуешь, а значит, ты порадуешься сам. У меня такая теория. И я еще говорю всем, что спешите, вот спешите, потому что столько есть людей, которые, ну, буквально в какой-то мелочи нуждаются, но это для них радость. А раз радость для них, радость и для меня. И у меня вот теперь по жизни такая моя мечта, или что настолько людей порадовать многих, что я чувствую, что у меня будет этой радости очень много, понимаете? Что есть люди, ну как это, проблемные, забытые, брошенные, можно как угодно их одинокие называть. Да. Я помню, мы ходили в нулевую палату в Дубках, там есть вообще бросовые, беспризорные всякие, там обмороженные люди. И ты вот придешь, что-то принесешь, допустим, кому-то какую-то одежку или какое-то яблоко, или что, и люди своими глазами, он даже не может другой раз себе сказать, настолько благодарны, что ты просто вот обратил на них внимание, ты им от себя принес. У меня, допустим, фрукты, ягоды, да? Ну вот на столе вот эта замечательная, да, кибана. Такой у меня это период. Ваши плоды, да, вашего сада? Это плоды то, что сада, а то, что есть такой период цветения еще цветов, вот когда розы или что, я стараюсь подарить букет, да, куда бы я ни шла, обязательно. Вот сюда я прихожу без букета. Всегда с цветами. Меня никто, да, не видит, потому что я вот приношу, ой, кому-то, я говорю, всем. То есть, когда ты приносишь букет, сразу и комната другая, и вот люди, да, куда бы я ни шла, это цветы. Потом у меня, допустим, персик, абрикосы, вот сейчас яблоки, я стараюсь обязательно кому-то... Откуда ты знаешь, что я люблю персики? Ну, вот просто знаю, принесла, и все. Да, а есть, тоже я угощала одних людей, они говорят, ну, что ты не можешь продать, вот типа того, что... А я так подумала, потом у меня такое было уединение. Продать могу. Я продать могу. Но какой смысл мне продавать, а потом что-то покупать, чтобы кого-то угостить? Ну, смысл, когда я именно угощаю вас своим, я не покупала. Вот это их настолько людей обезоруживает, что я говорю, это мое, это свое. Да, это у тебя растет. Ну, вот такой вид волонтерства. И вообще, я считаю, вот волонтеры и мы, наша организация, это люди творческие, это люди, вот говорят, жизнь искусства, нужно творить, чтобы была самореализация, да. А я считаю, что одно из видов творчества именно волонтерство. То есть ты в один момент можешь быть и мойщиком стекла окон, и кухаркой, и помыть пол, и там покупать даже того человека, принести ему ягоды, цветы. То есть какая потребность человека, на то ты откликаешься. То есть настолько надо быть гибким, мягким. И своего рода, вот, может быть, даже чуть-чуть артистом спеть. То есть можно сказать, Людмила Яковлевна, что вы в процессе работы волонтером или в процессе вашей волонтерской деятельности изменились и сами? Обязательно, обязательно. Потому что когда ты работаешь человеком, ты работаешь как бы и для себя. Настолько ты меняешься, один человек – это одна история, другой человек – это другая история. И ты уже столько историй, что ты, конечно, уже изменился. Уже я не такая, как я пришла в 2009 году, я совершенно другая. Наталья Анатольевна может подтвердить. И многие. Ой, ты так изменилась и на лицо. Неужели тебе столько лет? То есть говорят, что человек меняется не только внутренне, а вот внешне, да? Прическа, там еще что-то. Я же была черная, а теперь я белая. Вот я как бы... Ну вот да, так. Волонтерство – это лекарство от всех своих проблем. И я хочу сказать, действительно, наблюдая за уже более 15 лет, мы 17 лет работаем, много людей, которые к нам пришли в самом начале, насколько, знаете, время для них остановилось. Я могу сказать, что они все в хорошем состоянии, все здоровы, потому что они научились, да, они и так себя и чувствуют, правда же, у нас многие занимаются скандинавской ходьбой, у нас занимались йогой, то есть они научились думать и о себе, чтобы быть длительное время полезным другим, понимаете? То есть на какую-то секунду они забывают о своих проблемах и совершенно перестали говорить о том, что
их беспокоит. Они говорят о том, что беспокоит человека, к которому не приходят, понимаете? Сейчас у нас возникла проблемная ситуация, мы уже решаем, кто у нас выйдет изучать эту ситуацию, кто будет делать оценку, да, как мы на это... То есть несколько мнений, выслушаем несколько сторон, и я очень рада, что Людмила Яковлевна со своей, знаете, такой прямолинейностью, действительно очень... выраженным чувством справедливости, это замечательно. И в то же время уже с этой гибкостью, которую она на сегодня имеет, принимает участие вот в комитете по защите прав пожилых людей. Мы выходим на эти адресные обращения и пытаемся изучить эту ситуацию как бы, да, со всех сторон, услышать, и каждого услышать. И если человек попал в беду, помочь да, ему, и, да? Но помочь человеку пожилому, чтобы наша задача – это все-таки человек определенного возраста. В этом возрасте люди уязвимы. Уязвимы во многом, и они не всегда могут быть услышанными. Это хорошо, что есть такие люди, как наши волонтеры, которые видят, где есть беда, и приходят своевременно на помощь. Профилактировать всегда это обходится намного дешевле и эффективнее, правда же? И если знают, что есть такая комиссия, то, наверное, кто-то, кто рядом, порой это родственники, задумаются, может быть, нужно иначе на эту ситуацию посмотреть и позволить человеку, который в пожилом возрасте, жить там, где он хочет, и сделать ему максимум комфорта. Наверное, не зря у нас вот эти вот программы, которые «Место встречи, диалог» предполагают участие молодежи. Вот это все проекты при поддержке немецкого фонда «Память и ответственность в будущее», где очень большой акцент делается на людях, которые однажды потерпели от нацизма. То есть они являются жертвами нацистской оккупации или люди, которые были в лагерях. Понимаете, они действительно стали на сегодня очень... скажем так, не всегда услышаны и очень уязвимыми. И хорошо, когда есть возможность услышать их истории. Поверьте, когда они говорят об этих, о своих судьбах, это уже и возможность быть услышанным и своевременно, знаете, принять какие-то активные действия по улучшению вот этого комфорта для этого человека, создать максимум психоэмоционального комфорта. И, знаете, все-таки вовремя приходить на помощь. И когда это в этом принимает участие еще и молодежь, это замечательно. Передача опыта, конечно, поколения. Поколение понимает, насколько по-другому нужно относиться к этому возрасту. Молодые уже понимают, что это возраст, который предполагает уважение, ценность, потому что это, простите меня, уходящее, да, и нужно услышать каждого. Чтобы получить этот результат в дальнейшем для себя позитивным, чтобы уже формировать определенные, наверное, установки на этот возраст. Можно быть пассивным и жаловаться каждый день на свою жизнь, а можно быть просто королевой положения, вот как Людмила Яковлевна. Людмила Яковлевна, вы своим примером и активным образом жизни показываете всем, и вам, телезрители в том числе, как нужно жить. Вы занимаетесь какой ходьбой? Скандинавская. Людмила Яковлевна, вы преуспели в скандинавской ходьбе? Ну, я преуспела, но я буквально недавно начала, как бы. Но уже говорят, что есть результаты, и я чувствую желание. Желание, а в самочувствии? Самочувствие, понимаете, как когда ты приходишь домой, проходит какое-то время, и ты просто чувствуешь эти мышцы, и начинаешь понимать, что они начинают работать. Но вы еще и принимаете участие в других мероприятиях, и у вас даже есть подарки. Я бы хотела, чтобы Людмила Яковлевна телезрители показала, да, и вам эти подарки, я потому что добыты они по-честному. Да, я участвовала в забег в вышиванках. Сертификат у меня такой. И в своей возрастной категории я была на первом месте. Получила подарок. Это вот чашечка, пожалуйста, с украинским орнаментом. И вышиваночку мне подарили. И пригласили на следующий год, что приходите, нам такие люди нужны. Вы бежали, говорит, тут. Я пробежала один круг по стадиону. Вы с песней бежали или просто? Я бежала, а в конце я уже пела потом, когда я уже отдыхала, потому что было тяжело с песней бежать. Вот такая вышиваночка. Да, это забег в вышиванках был. 24 числа
на День независимости Украины. Людмила Яковлевна, еще вы для того, чтобы донести до других людей радость жизни, вы сначала напитываетесь этой радостью. Например, вы идете в музей, вы идете в театр, вы смотрите, и потом вы идете к тем, кто не может пойти. Не может. И вам приходится разыгрывать спектакль. Да, приходится как бы, да, конечно, ты же по-другому, ты же должен как-то роль одного показать. Кто-то сказал так, кто-то так. То есть ты проигрываешь этот спектакль уже для этого человека. То есть становишься таким творческим человеком, что ты не можешь просто сфальшивить там или что-то свое добавить. Ты вот переносишь это, а значит, ты становишься, ну, грубо говоря, ну, я не знаю, как это назвать, артистом. Формируется креативность. Вот креативный подход, правильно? Да. Креативный подход. Аматором. Да, артистом, аматором, да. И кто мог подумать, да, Людмила Яковлевна, когда вы чертили ваши чертежи, да, что черчение, да, вам придется стать актрисой? Актрисой, представляете? И я так думаю, меня когда другой раз спрашивают, я иду постоянно, ну, соседи там видят, и ты идешь, и ты что, работаешь? Я сначала говорила нет, а потом думаю, постой, а чего нет? Это моя работа. Это общественная работа, не всякая работа, что тебе там должны как бы деньги какие-то, да, но это общественная работа, которая приносит мне огромное удовольствие. И потом я стала говорить, да, я работаю, они стали понимать. А так, ну куда ты идешь, и каждый день ты идешь, и идешь, и идешь, и сумки несешь, куда ты идешь. Теперь я всем говорю, что да, я работаю. Потому что эта работа, я не знаю, но я же говорю, что это такая работа на позитив. На себя. Ну, понимаете, вот смотрите, вы говорили, что вы посещаете тех совершенно забытых людей в больнице, к которым никто не приходит. Да, вот и было такое. Разве это позитив? Понимаете, если без позитива... для вас лично. Если без позитива туда придешь, ты принесешь людям что? Ну, придешь и будешь плакать рядом с ним, ой, как тебе больно, все. Ты начинаешь, допустим, какую-то тему, которая может их... Как на улице тебе сейчас потеплело, вот я принесла тебе то-то. То есть ты начинаешь, ну, понимаете, как... сглаживать все, что с ним случилось. То есть не входить в тему боли, страданий или что там ему еще, а вот как бы сглаживать, чем-то порадовать его, каким-то... Принести радость. Да, принести радость. Какую-то фрукту, там, какую-то апельсинку или банан, или что, покушай, а что ты хочешь, а как. То есть ты сопереживаешь, соучаствуешь и говоришь на его языке, это ему человеку понятно. Ты его не ругаешь, вот как ты могла, или как, допустим, родственник приходит, а как ты могла, мы тебе говорили. Нет, совершенно другая тема. И этот человек немножко так начинает взбадриваться. Я прошу прощения по поводу работы. У нас работал длительно кружок арт-терапии, скажем так, да, рисования. Людмила Яковлевна, были великолепные работы. Мне жаль, что мы сегодня не взяли, как-то не подумали. Чудесно. То есть там нет таких прямых линий. Там много линий очень красивых, легких, изящных. Да. Много, вот действительно, эти работы демонстрирует, насколько человек трудится над собой, и все это переносит на лист бумаги. Вот это вот яркий мир, у нее очень красивые краски, сочные. Она видит мир вот когда таким. Когда будем о скандинавской ходьбе рассказывать, обязательно придется картину показать. Да, как мы совмещаем. Глядя вот на этот чудесный натюрморт, действительно, Людмила Яковлевна, вы... любите яркие краски, а самое главное, вы умеете создавать яркие краски. И будьте добры, телезрители, которые сейчас смотрят нас и которые думают, да, легко им говорить, что вы им ответите, вот нашим телезрителям? На какую тему легко? Вообще, вот легко им говорить, дарить радость, а если радости нет в душе, где ее взять? Где взять радость? Да, где взять радость? Где она, радость, живет? Вот поэтому они говорят, у меня нет радости, а что я пойду скажу, я там в проблемах все. Так ты не неси людям свою проблему, ты неси людям радость. Что значит радость? Это комплимент, какой ты умный, какой ты хороший, или, допустим, как, что ты, чем ты сегодня занят, давай я тебе помогу. То есть ты входишь в потребность, чем занят тот человек, с этого начинается контакт. А радость ты можешь принести, угостив человека чем-то, это... Может быть, конфета, может быть, яблоко, я же говорю, может быть, что. Потому что каждый человек, ну вот мы все такие, мы любим какой-то подарок. Нам подарят, и мы уже радость появилась, приятно, да? Ты хочешь, ага, давай эту шоколадку напополам разделим или как. То есть радость, она состоит из каких-то буквально мелочей, и уже человеку приятно. Я начинаю с того, что я всегда прихожу с каким-то подарком, обязательно. Как бы я себя не чувствовала, как бы не чувствовал себя тот человек,
Это всегда подарок, потому что, ну, подарок всегда поднимает настроение. Вот я же говорю, какая-то раскраска, какая-то такой подарок, какой-то цветок ты принес. Ой, а где, а как, ой, как красиво. Понимаете, то есть важно человека с его темой вот настроить на какой-то позитив, на какую-то другую тему, будем так говорить. Или вот, а, ты была в театре, я начинаю рассказывать, я была вот такой, ой, расскажи. Понимаете, то есть важно человека вытянуть с его проблемой. Потому что когда человек в своей проблеме, он не видит вокруг ничего, он зациклен на этом. И вот когда ты его немножко на другую тему, он начинает раскрываться, он начинает, ага, и мне это нравится. А когда ты придешь? Я думаю, что наши сегодняшние героини подарили вам радость или, во всяком случае, надежду на то, и полную, даже не надежду, а полную уверенность на то, что для радости нужно не так уж и много, правда? Да. Цените жизнь и спешите радоваться сами и радовать других. Добро к тебе всегда добром вернется, коль бескорыстно сердце отзовется. Ці слова належать миколаївській поетесі, волонтеру Майі Журинської. І вони дуже точно відображають діяльність і життя наших героїв. Я, Ніна Трошевська, прощаюсь з вами. На все добре.